Всем привет, хорошего дня, уважаемые друзья, меня зовут Никита, канал NK. Сегодня у нас на календаре 27 апреля, что очень хорошо, и воскресенье. У меня выходной, поэтому с вами я хотел поговорить о будущем на канале, что будет происходить, какие изменения, как будут выходить видео, с каким графиком. Поэтому, в общем, об этом мы поговорим. Значит, первое, что 30 апреля выходит новое обновление, программное обеспечение для PlayStation 4. Соответственно, самое главное обновление, самое значимое для нее, что у нее наконец-таки корпорация Sony изъявила желание снять защиту, кодировку HDCP. То есть тот обзор, который я делал по HDMI сплиттеру, сейчас он будет не нужен. Если вы собирались его покупать, не берите, потому что вы просто потратите деньги зря. Если вы хотите снимать с PlayStation 3, то там остается все по-старому. По-моему, там обновления не будет, и каких-то там новостей я не слышал. Может быть, там тоже все снимется с обновлением прошивки. Но что касается PlayStation 4, то это будет. 30 апреля официальная новая прошивка. Ждем. Что касается прохождения на канале, каких-то графиков. Значит, у меня есть, конечно же, планирование, которое я буду стараться придерживаться и которого я хочу придерживаться. Значит, как будут выходить и какие видео будут выходить на канале? В данный момент у меня много открытых прохождений, еще не закрытых, но два основных флагмана – это, конечно же, Killzone Shadowfall на PlayStation 4 и прохождение Infamous Second Son. Второй сын. Два флагмана, две интереснейших игры, которые мне самому интересны, я их еще не проходил. Что касается Alan Wake, я уже его прохожу третий раз, он будет закончен обязательно. Я его не брошу просто так, игра очень интересная. Ну, конечно же, на этой неделе будет выходить прохождение Killzone и прохождение Infamous. То есть обещаю минимум по одной серии в день от каждой игры. То есть Infamous одна серия в день и Killzone Shadowfall одна серия в день. Я посчитал, приблизительно посмотрел на других каналах, по сколько минут они записывают. Тот же самый RusGame Tactics. Но RusGame Tactics очень мало записывает. Он отрезает видео буквально по 17-20 минут. Поэтому, не знаю, может быть, у меня будут серии, скорее всего, больше. Я не буду там на кого-то там ориентироваться. Кто-то записывает по-своему, я сделаю по-своему. И я знаю, что многие подписчики, многие зрители, многие люди, которые смотрят, просто просят, давай снимай подлиннее видео. Ну, возможно, это получится. Но минимум два видео на канале в день. То есть от разных игр по одной получается. Так, конечно, если получится, то, может быть, и будем выкладывать по две серии от игры. Все зависит, как я уложусь на этих выходных, насколько я смогу плотно пройти ту или иную игру. Поэтому все от этого зависит. Ну и, конечно же, я и в будни буду писать, просто я это делаю поздно вечером, когда очень сильно устал, и не то что настроение, но уже бодрости не та. Когда ты встал с утра бодрячком, только проснулся, у тебя есть возможность с вами пообщаться с удовольствиями от души. Ну вот, друзья, вот это вот самое главное, что я хотел сказать по поводу канала. Что еще? Ну, конечно же, ждем Watch Dogs, да? Это один из наиболее крутых игр, которые ждут нас с открытым миром песочницей. Я очень ярый фанат GTA, хотя
если честно, мне должно быть стыдно. Я поиграл буквально 3-4 миссии на PlayStation 3 в GTA, и не то, что мне не хватило, я обязательно ее пройду, но игра очень классная, очень качественная, там обалденный онлайн. Просто вот как-то так я... У меня появилась, да, я скачал игру на PlayStation 3 «Две души», «Two Souls», да, «Beyond Two Souls», по-моему, так называется. И как-то и ту игру взялся, и поэтому просто поиграть захотелось, и работа появилась. Вот так вот, то есть обязательно я пройду. Может быть, и мы будем проходить GTA 4 для канала. Для нее нужен огромный настрой. Игра масштабная, я знаю, в ней огромное количество интереснейших серий, плюс побочные квесты. Ну, в общем, там минимум 50 серий, наверное, будет. Где-то так. Если слышно, то это голуби. Воркуют. Вот, поэтому, не знаю, просто GTA 4 уже все насмотрелись, и если я буду проходить, то, конечно же, не для в основной массы, да, а просто ради себя. Но, как вы понимаете, когда проходишь на микрофон, то есть со звуком, с комментариями, ты все равно не так, не то что получаешь удовольствие, но все равно ты не так расслабляешься, тебе приходится думать, что же говорить, что сказать тут, что сказать там. Нежели ты когда развалился там в кресле, сидишь без наушников, у тебя просто идет звук, ты как хочешь, так его включил. И обычно я включаю все погромче, чтобы были хорошие басы. Ну, в общем, поэтому две большие разницы. Игра на запись или игра для себя. Это вот ничего не могу сказать, есть в этом минус летсплея. Вот, даже вот сейчас я прохожу Killzone Shadowfall, да, Infamous, которые прикреплены и записываются через компьютер с помощью карты захвата, но я играю на мониторе, который, сколько-то там дюймов, 23 дюйма. То есть представьте, по сравнению с 60-дюймовым телевизором, который... есть. И, конечно же, качество не то, что картинки, качество масштабирования эффекта вот этого вот внутриигрового, что ты погружаешься в этот мир, он другой. Все равно теряется доля кайфа, доля удовольствия теряется. Но есть возможность, конечно же, перенести этот огромный компьютер к телевизору, все это подключить, я даже это пробовал, все получилось, все отлично работает. Но мне просто неудобно. То есть у меня выход какой? Купить просто еще побольше экран. Не такой, конечно, большой, но просто побольше, и наслаждаться. Плюс, конечно же, когда вы играете в наушниках, у вас идет стереосигнал. Стереосигнал, какой бы он там ни был, какая у вас звуковая карта, что там, в данный момент я просто подключаю через джек на мониторе. Ну, хороший звук, достаточно хороший, но все равно он никогда не сравнится, если у вас есть домашний кинотеатр, даже минимальный какой-нибудь самый простой домашний кинотеатр даст больше ощущений, нежели вы будете играть в наушниках. Это понятно. Вот, что касается времени выхода видео, то я думаю, в основном ролики будут выходить где-то в 7 утра, в 8 утра, чтобы вам было удобнее смотреть. Я знаю, многие уходят в школу, и я думаю, что где-то так. Если будут появляться какие-то вторые серии в этот же день, ну... Там посмотрим 12 час, где-то вот в районе обеда все это будет выходить. И, конечно же, я хотел сказать благодарности людям, которые мне помогают. Это Артему огромное спасибо, каналу Art Games. Огромное спасибо. Потом, конечно же,
Диме Бельскому. Это человек, который не бросает меня, и даже когда я записывал не игры, а какие-то свои лайв-видео, когда я вообще не уделял время каналу, он никогда меня не выкидывал из интересных каналов, и я ему безумно благодарен. Спасибо, Дима. И сейчас он остается со мной. У него есть постоянная возможность заниматься летсплеями. Ну, в общем, это прекрасно. Ну, в общем, спасибо. Спасибо огромное каналу Jesus. То, что вот помогает. Я просто удивлен тем людям, которые... Я вот искренне это говорю, никак не лукавлю, просто удивлен людям. Иногда у меня там что-то не получается. Я вот вчера, допустим, я увидел на канале у Джесуса, что мое видео, ну вот, оно почему-то исчезло с канала, с Джесуса, да, то есть, соответственно, много людей, которые не видели мой канал, они не увидят его. Потому что, чтобы развивать канал, нужно показывать людям, рассказывать о своем канале. Ну и как бы очень много там ступоров таких, которые я не понимаю в каком-то программном варианте, где там что нажать, чего. Люди помогают, люди терпеливы, люди рассказывают. Поэтому спасибо огромное. Вот, ну, надеюсь на помощь других людей, которым я хочу сделать, не то что там, это громкое слово, бизнес-предложение, ну, что-то в этом роде. Поэтому, друзья, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки. Канал NK, то бишь Никита Конькова, мой канал. Я не хочу говорить громких слов, но я пытаюсь, я стараюсь, и мы будем... делать все, чтобы канал развивался. Чтобы канал не стоял на месте. Потому что простой – это, наверное, самое ужасное, что ни на есть. Знаете, лучше купить, ну, это образно, да, заказать какую-нибудь рекламу или сделать, попросить человека, который бы рассказал о вашем канале, который уже опытный, который понимает в этом деле, не пожалеть на это каких-то финансовых средств. Я понимаю, что они могут быть как и незначительными, так и огромными. Но для каждого финансовые возможности, они различны. Но я считаю, что это лучше, нежели пойти и купить там, не знаю, 4 баклажки пива, всосать их в одно... горло и ходить потом в коматозе целый день. Образно говорю, друзья. Просто вот сейчас встал 27 апреля. Встал, правда, поздновато, в 10 часов утра. Ну, я последнее время пораньше сейчас уже встаю. У меня сейчас такой очень разнообразный график. Я 2 раза в неделю хожу на йогу. Мне эта йога очень помогает в плане того, в плане бодрости, в плане эффективности работы. Я стал успевать и делать какие-то видео почаще, нежели раньше. И успевать работать. Это, конечно, хорошая штука. Ну, потом, конечно же, я хожу в тренажерный зал по выходным. Один раз в неделю хотя бы уделяю. Я понимаю, что это безумно мало. Но вот как-то так уделяю. И... сегодня я хочу пойти в нашу русскую парную, в русскую баню. Она абсолютно простая, самая дешевая в городе. Я туда давным-давно хожу, а вот хочу попариться. С венчиками все как положено. Вот, не знаю, как получится. Уже 12 часов дня, время летит безумно. То есть вот я понимаю, что такое время, деньги. Это реально вот так вот, особенно у делового человека, у которого реально вот... за то время, которое он потратил зря, он мог получить бы $100. Я образно говорю там. В общем, все равно у нас хоть и погода сегодня пасмурная, всю ночь был дождь, такой непонятный какой-то, градусов, наверное, 13 у нас сейчас тепла, настроение прекрасное.
заварен черный английский свежесваренный чай. А многие там пишут, прикалываются. Я понимаю, что это все шутки, приколы там. Ты что там куришь, ты что там пьешь? Иногда у меня там бывают такие угарные подкасты, где я там, может быть, чего-то лишнего могу себе позволить. Ну, на самом деле я не курю, ни как траву, ни как сигареты. Сейчас я полностью вообще отказался от алкоголя. То есть даже там буквально кружку пива я себя воздерживаю от этого и прекрасно себя чувствую, вы знаете, ни о чем не жалею. Будет еще время попить пива. Поэтому, знаете, как Путин сказал как-то на камеру, что-то в молодости слишком много пил пива. Вот. На самом деле у меня из алкогольных напитков любимый напиток это пиво, а второй это виски. Ну, в общем, я зашел куда-то не в ту степь. В общем, спасибо, друзья, кто помогает. Спасибо Dark Viper, спасибо Илье. Мы с ним записывали видео. Вот, огромное ему спасибо, Илья, то, что ты как-то у него там тоже хорошее число подписчиков, то, что ты помогаешь. Вот сейчас у него много дел, я знаю, и он там, я не знаю, как он может сейчас записывать в дальнейшем. Прошу прощения. А в дальнейшем, я думаю, что мы позаписываем вместе с Димой, с Ильей. И, конечно же, очень хочется попробовать постримить. Будет стрим, на какую игру еще не знаю. Возможно, на этих выходных. 100% не обещаю. С Димой договаривались, он сам меня хочет научить. Ни разу я в первый раз буду стримить, поэтому анонс будет, сделаем, расскажем. Так что, вот, в принципе, я уже заболтался. Вот, ну и, конечно же, жду Xbox One, выхода на российский рынок официального, появления в магазинах, наконец-таки. Мы, конечно же, его возьмем, сделаем распаковку, первое включение, все как положено, и поиграем обязательно в хорошие игры. По-моему, там римская какая-то такая игра была, Total Rome Wars, что-то такое связано, один из эксклюзивов на Xbox One. Вот. Там много будет всего интересного на канале. Оставайтесь с нами, и я надеюсь, что вам понравилось. Всем хорошего дня. Пока.